Мы пришли на городской парк, дендрариум. Очень зеленый, естественно, потому что это дендрариум. Вход платный сюда, ну, какие-то копейки стоят. Робушка тут на газончике играет в игрушки. Меня кто-то искусал. Березы. Ну, очень зелено. Прям очень-очень зелено. Небольшая есть детская площадочка. Такого кондового типа. Что вам рассказать? Воздух очень приятный, вкусный. Прям хочется есть этот воздух. Он чистый, свежий. Прям дышится шикарно. Этого в Израиле не хватает. Что, котенок, ты хочешь на детскую площадку? Я не есть уже. Мы из мостика есть уже. Столько песочка. Давай, мама, давай, это просто катастрофа. Давай, мама. Я этот песочек в Израиле это не люблю. Она может быть, конечно, и стрёмненькая. Вот, Роберт. Но все равно дети находят, чем здесь заняться, и общаются так же. Но нету крика. Такое ощущение, что вокруг меня не десятки детей, а, не знаю, а взрослые. Что Томас Пенспи спокойно дремит даже. Я его разбудила. Да?
Скажи, как будто тут не детская площадка вообще. Тишина. С одной стороны, чисто. Не только в парке, а вообще в городе тоже чище. А с другой стороны, вот мы в парке, а туалетов нет. Я вот прям вот привыкла уже, что они есть в парках. Так что везде свои плюсы, минусы. Не будешь гонять? Сегодня суббота, шаббат, все открыто. Сейчас мы погуляем в парке, пойдем в какое-нибудь кафе. И голова не забита тем, открыто это кафе, закрыто ли это кафе. То есть сегодня же мы ходили что-то делать. А, ну вот Саша подстригся сегодня, я в тату-салон заходила. Ну да, в основном многие, например, там стоматолог, наверное, не работает по воскресеньям. Но очень много. Ну, наверняка можно найти стоматолога, который работает. То есть не то, что один какой-то дежурный на весь город. Это удобно.